В Твери ремонтируют главные въездные ворота города Московское шоссе. Здесь не только заменят дорожное полотно, но и обновят линию наружного освещения. Работы сейчас идут полным ходом. Наша съемочная группа узнавала все подробности. 4,5 ампера – это ДРЛ, 2,5 ампера – это натриевая лампа. Ну и, как говорят, хит сезона – это светодиодные светильники. 0,3 ампера. Вот так еще в прошлом году участникам экскурсии по муниципальному предприятию «Тверьгорэлектро» продемонстрировали, чем отличаются светильники старого и нового поколения. Светодиодные зажигаются мгновенно, светят ярко и потребляют мало энергии. Именно такие фонари электромонтеры предприятия устанавливают на Московском шоссе. Весь сезон будет очень сильно, очень, не знаю как. Ват на 500 нам точно. Все шоссе, самого Гагарина и до химинститута, по-моему, дальше. Всего заменят 422 светильника. Работы ведутся интенсивно, несколькими бригадами. Планируется, что уже в ближайшие дни вся дорога станет и светлее, и экономичнее. Замена и установка новых светильников идет параллельно с работами на самой дороге. Отремонтировать здесь планируется почти 9 километров. Всю протяженность шоссе до границы города, кроме путепровода. На нем работы проходили раньше. Сейчас выполнено фрезерование, ремонт колодцев и укрепление обочин. На части дороги уже уложено асфальтовое покрытие. Весь комплекс работ планируется завершить до конца мая.